Приветствуем всех ценителей хорошего звука. В предыдущей сессии прослушивания мы сравнивали звучание трех радио LAM 12AX7. Ссылки на все материалы доступны в описании. Сегодня мы продолжим сравнивать звучание радио LAM. Прослушивание производится на том же ламповом фонокорректоре Equalite максимальной комплектации. Плата корректора с медной фольгой 75 микрон. Конденсаторы Audio Note, Mendorf Silver Gold Oil. Резисторы Allen Bradley, Keyvame, Tacman. Цепи коррекции резисторы Dralorik и конденсаторы Mendorf Silver Gold Oil. На выходе стоит радиолампа E88CC Philips MiniWatt SQ. Сегодня, как и было анонсировано, вашему вниманию предлагаем сравнить радиолампы Telefunken ECC81 и Telefunken ECC83. Материал для оценки качества звучания взят такой же, как и в предыдущей сессии. Одна джазовая композиция, одна композиция хард-рок и третья рок 70-х. Использование того же аудиоматериала позволит вам сравнить звучание сразу четырех радиоламп, каждая из которых обладает своим уникальным звуком. Если у вас есть какие-то особые музыкальные предпочтения и желание сравнивать на знакомом аудиоматериале, пишите их в комментариях. Мы обязательно учтем их в наших следующих сессиях. Обращаем ваше внимание, что данный видеоролик носит исключительно информационный характер, и все выводы о разнице звучания можно сделать только на основании прослушивания аудиофайлов, доступных по ссылкам под видео. Следите за обновлениями, впереди у нас много идей касаемо данной тематики. Нам важно ваше мнение и выводы после прослушивания аудиофайлов. Делитесь ими в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, выбирайте и собирайте.